Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних. Как складывается ситуация с преступностью несовершеннолетних в Куйбышевском районе? Почему подростки совершают преступления и чем связано снижение детской преступности и какие меры профилактики принимаются органами прокуратуры? Смотрите программу «Прокурор в теме» 17 октября в 18:15. Гость в студии Олег Дубков, исполняющий обязанности прокурора Куйбышевского района города Самары.